Татьяна, здравствуйте, приятно вас видеть в этот замечательный вечер. Скажите, где же вы были все это время? Действительно, это тайна, но не покрытая мраком. Я могу сейчас уже поделиться своей радостью. Я занималась творчеством, но будучи молодой мамочкой, потому что недавно у меня родилась доченька, и поэтому я все свои силы направила на этот процесс. Он очень приятный и очень обильный в смысле вдохновения. Я черпала силы, можно сказать. В этом смысле, да. Какие же у вас новые песни? Новые песни у меня разные, веселые, совершенно отличающиеся, как ни странно, а может быть, это и логично, как женщине происходит метаморфоза в этот момент, и они у меня совершенно динамические, не грустные, а напротив, очень позитивные, и, может быть, я приоткрою тайну, они связаны с разными, приходят ко мне какие-то имена, которые я хочу посвящать какие-то истории. Поэтому вот у меня такие истории, новеллы, связанные с именами нашей прекрасной родины, потому что очень много русских потрясающих имен, и вот я почему-то пошла по этой вот творческой линии. Такой идея у меня возникла. Здорово. А сразу вы согласились принять участие в показе? С удовольствием согласилась, потому что Галию я знаю уже давно, но не так давно, но все-таки я считаю, что у нас сложились такие дружеские отношения, и с удовольствием согласилась, тем более, что она фееричный человек, позитивный и творческий, а все мы творческие люди, мы не можем друг без друга, мы друг друга любим, обожаем, поддерживаем, это нормально, логично и красиво. Вот со мной сегодня работала потрясающая девушка, которая тоже готовится стать мамой, стилист, визажист, Анечка Масленникова. Я хочу сказать ей тоже большое спасибо за всю эту красоту, которую мы сегодня... И еще много-много-много прекрасных людей, которые создают нас, артистов и дизайнеров, которые помогают нам быть не полуфабрикатом, а законченными такими вот персоналиями. Спасибо. Вы чудесно выглядите сегодня. Спасибо.